наш номер. Вот. Окошко большое. Оно открывается, но мы его не открываем, потому что боимся. Тут кошки ходят, могут зайти. Ящерицы ползают. Вот. Вот. Вход в наш номер. Сверху вот еще второй этаж есть с балкончиком небольшим. Тут немцев поселили. Они вот. Балконы. Значит, есть сушилка для белья. Вот она. И пепельница для тех, кто курит. Значит, наша вилла одна из крайних. Там уже, вот, смотрите, идет гора небольшая. Подъем. Вот. И на краю наши... Но это не самая последняя вилла. Она далековато от основного корпуса, но не самая последняя. Идти до основного корпуса 3-4 минуты. Вот. До моря 5 минут. Такой небольшой спуск. Значит, все очень красиво. Погода замечательная. На небе вообще никогда даже облачка нету. Здесь тоже чей-то номер. Вот это банановые деревья. Здесь растут бананы. Уже вот отдыхающие их ломают. Вот я сейчас покажу. Вот они, бананчики. Также здесь есть вилла, вип-вилла. Они находятся немножко в стороне, вот по этой горе, как идти, там вот вип-вилла. Не знаю, чем они отличаются, они немножко другого цвета. Может быть, двухкомнатные. У них есть свой бассейн, вот, отдельный. Еще какие там есть преимущества, не имею понятия. Вот так все хорошо, номера хорошие, просторные. Не слышно соседей и не слышно музыку у бассейна. Вот в этих номерах не слышно, потому что немножко подаль. В основном корпусе будете слышать всю музыку, которая грохочет здесь до 2 часов ночи. Вот здесь такие вот как бы урны есть для тарелок. Можно брать еду в номер, напитки. Убираются каждый день. Если не хотите сервиса, можно сказать, чтобы у вас не убирались. Также здесь есть указатели номеров, таблички, чтобы не заблудиться. Потому что первое время мы немножко блуждали. Не понимали, по какой дорожке нам идти, где находится наш номер. Ну, потом быстро привыкли. Вот. Вот эта табличка. Написано Подолье Main Restaurant. Это главный ресторан. В основном здании ресепшн, также в основном здании. А здесь указано, как вот пройти вот к этим номерам. Здрасте. Вот очень красиво. Ну, вообще, если хочу сказать, что вот в Тикирову я уже отдыхаю много раз. Какой бы отель вы ни выбрали, здесь всегда будет очень живописный вид на горы и на сосенные леса. Вот. Если у вас есть вопросы, понравилось вам поселок Такирова, вам понравился, не стесняйтесь, пишите мне в директ, так как я много раз отдыхала в этом поселке, могу вам посоветовать какой-либо отель, ну, по вашим средствам. Вот. Наш отель далеко находится от поселка, нужно ехать на маршрутки. Но, в принципе, нам там и делать, в общем-то, нечего. Нам даже не хочется выезжать. Вот эти вот серые, это вип-виллы. Что там такого сверхъестественного, не могу сказать. Но они идут вип.